Вот раз, вот здесь вот два, вот там три. И с той стороны тоже по углу в комнате протекает. Вы же чувствуете запах мокрой этой побелки, неприятный, прям задыхаешься от него. Новогодние праздники Владимир Ларионович провел в дежурстве около тазиков. Вода текла сразу в 4 местах. Больше всего пострадала кухня. Мужчина отмечает, что проблемы с кровлей были и раньше. Дом номер 14 на улице Магас построили в 1968 году. С тех пор капитального ремонта крыши здесь не было ни разу. Очередная волна бед началась перед Новым годом. Капало все время, прям как часы, тик-тик-тик-тик. Поэтому я перед сном всегда подходил, выливал, чтобы за ночь не перелилось ведро. Утром вставал, ну... Пол ведра и пол тазика набиралось. Представители управляющей компании сбивали сосульки с крыши и, по мнению жильцов, повредили бетонные перекрытия. Водой залило сразу 6 квартир. Все они находятся на верхнем 5-м этаже. Пострадали и стены 3 подъездов. Плесень и подтеки не проходят все 10 праздничных дней. Рядом появились и новые трещины. По словам Тамары Васильевны, проблема с протечкой возникает ежегодно. В 2018 году обещали сделать капитальный ремонт крыши. Однако работы так и не начали. В этот раз проблему женщине пришлось устранять за собственные средства. У нас потолок натяжной на кухне, и там без конца лило все. И до того налило, что уже так вот, скоро потолок был, провалится. Повреждения в своей квартире Андрей заметил лишь 4 января после жалобы соседей снизу. По углу комнаты вода спустилась и к ним. Проблему не заметил вовремя из-за новогодней елки, которая стояла как раз в этом углу. Обои отклеились, тут плесень. Вот, все это стоит вода, она до сих пор влажная. Ну, как мы знаем, по физике, если жидкость замерзает, она расширяется, то есть она будет расширяться, сужаться. И если сейчас по весне будет это все течь, тут будет огромная трещина в стене. И как ее потом заделывать, непонятно. Ну и, естественно, мы сидели без электричества, отключали, потому что течет все на розетку, боялись короткого замыкания. В управляющую компанию жильцы позвонили сразу. Диспетчер обещал решить проблему в течение суток, однако за новогодние праздники техник так и не появился. Сегодня наш представитель в лице инженера, службы главного инженера, будет по этому адресу, в этой квартире. И мы все детально, естественно, разберемся и посмотрим. И сегодня к концу дня, к 16:00, у меня будет информация, что мы там предпримем для того, чтобы ситуацию нормализовать. Однако нам не уточнили точные сроки ремонта крыши. Также осталось неизвестным, возместят ли жильцам причиненный ущерб. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».